потом я подумала, я никогда не забуду нашу первую поездку за границу. Горячо. Ну подожди, пока остынет. Можешь пока хумус кушать. Тут петухи. Че, счастлив? Я очень счастлив. И я. Мы в аэропорту. А сколько у нас еще до отлета? 45 минут до посадки. 45 минут до посадки? Прекрасно. Ты рада? Да. У нас есть время поесть завтра. Скажи привет. Всем привет. Надо привет. Я как бабушка, знаешь, как, когда в поезде едешь и берешь с собой еду обязательно. Такая бабушка будущего, зажмите. Гранолу скинула. Это наша первая поездка. Мы долетели. Я потом отдельно сниму апартмент-тур. Мы заказали еду. Вот здесь нашли местечко рядом с квартиркой. Первые ощущения приятные. Тут петухи. Ладно, все. Я что-то улыбаюсь, улыбаюсь, я жрать хочу очень. Погулять по нашему району. Мы прогулялись немного, походили. Кстати, мы не так уж и немного походили. Вроде бы километров 6-7. О, завтра будет очень много. Сейчас я посмотрю реально, сколько мы прошли. Ага. Всего сегодня мы прошли 10 километров. 10? Так прекрасно. Угадайте, чем я занимаюсь, называется. Угу. Это кофе на утро. Тут просто нет кухоньки и турки нет, как я думала, будет. Утром я просыпаюсь, всегда пью кофе. Поэтому буду пить холодный кофе. I've been holding back tears, I've been throwing back beers, I'm alone in bed, you know why, I'm afraid of change, I guess that's why we stay the same, just tell me to leave, I'll pack my bags, yeah. Доброе утро. I'm coming out of my cage. Where is my phone? And I've been doing just fine. Мы думали, что утром будет дождь, но выглянуло солнце только что. Да! Сегодня будет активный день. Вы идете с нами. Сухой шампунь дал мне объем. Как оказалось,
Чувак, короче, у которого мы снимаем квартиру, сказал нам, что все обязаны носить маски во всех публичных местах, то есть и даже на улице. И это будет штраф 900 лир, это 10 тысяч рублей. Long story short, нужно носить маски на улице. Почему мы так повесили? Потому что очень яркий был свет, и мы хотели приглушенный свет, а этот не работает. Поэтому у нас висит это. Куда мы сейчас пойдем? Мы пойдем в центральный квартал, в историческую часть. Ага. Интересно, сколько градусов на улице? Утром было прохладно, но сейчас, мне кажется, градусов 16-17. Да, 16-17. Натянем, наверное. В этом музее бесплатно кормят детей местных, бедных детей, да. Сюда можно приносить любые вещи и деньги, да? Вот. Очень шумно вокруг здесь. Ну просто я вообще живу в квартире, либо на даче, где нет звуков. Поэтому для меня выбраться в большой город, где куча людей, столько... Неожиданно, но мне нравится. Я, если честно, ну, скучала по этому. Мне кажется, или это аисты? Аркаша нашел группу девчонок и репортажные снимки с ними делает. Он же у меня фотограф. Мы зашли на обед. Горячо. Ну подожди, пока остынет. Можешь пока хумус кушать. Это мы будем гадать, Аркаши, на будущее, а потом некогда, я выпью свой кофе. Ты что, думаешь, у меня прошло 5 минут? Не, пусть стоит еще. Bon appétit. Bon appétit. Кит, значение, гадание, нагущий. А у тебя пингвин и танцующая девушка. Нам сделали комментарий по поводу нашей обуви. О, у вас одинаковая обувь. Это не специально, она просто удобная. Удобная. Мы хотели попасть в Софию, но сейчас тут небольшая эта очередь. София раньше был православным. Собором. Святой собором. Софии. Святой Софии. Собором православия. И до недавнего времени это был музей, но, по-моему, в марте турки решили сделать это мечеть, и были большие вообще возмущения, разбирательства, но они все-таки настояли на своем и сделали теперь это мечеть. И поэтому все византийские фрески, там красивые фрески Спасителя, Богородицы, они закрыты теперь. Мы все-таки решили подождать и потом зайти внутрь, если получится. В нашем райончике я очень голодная. Опять. Слушай, я очень устала от района, где мы были. Там было очень-очень громко. Мне нужен перерыв. Привет! Доброе утро! Я встала в 8 утра, уже где-то около 10. Мы скоро будем завтракать. Аркашка принес мне кофе. Здесь по закону с 10 утра
все открываться должно, но он нашел старичка, который варит кофе на песке, и он продает кофе раньше. И он объяснил свою небоязнь полиции тем, что типа, да я старый, кто меня будет трогать. Забавно. Сегодня будет хороший день. Пойдем по музеям. Я люблю такое, люблю музеи. Очень-очень-очень жду. Ох! Чувствую себя такой живой. Мне до сих пор кажется, что я во сне, и я... Машинки тише. Сейчас я прикрою. Не верится, что мы реально прилетели и оказались за границей. И здесь тепло, и светло, и полнейшая смена обстановки. И для моего ментального здоровья, которое уже в Петербурге, все, конечно, зависит от внутреннего состояния, но смена обстановки — это огромный толчок в моем случае. Очень часто для подъема духовного, знаете. Я так рада, что мне эта идея пришла в голову. Я копила на новую технику, ну, чтобы снимать как раз видео. Но потом я подумала, я никогда не забуду нашу первую поездку за границу. Может быть, посмотрим, какие границы открыты, и слетаем. Будем осторожны, все дела, это понятно. Ребята, мы тут осторожны. Ну, я про... Все знаете, что, но я не хочу говорить это вслух сегодня, не хочу думать об этом. Это видео про то, чтобы давать свет. Не закрывать глаза на то, что происходит в мире, но насладимся тем, что еще есть. Тем, что есть в мире. Всегда происходит и плохое, и темное, и светлое. И мне нравится напоминать себе о светлом, не отрицая, то есть не живя в розовых очках. Я знаю все дерьмо, и просто я выбираю иметь позитивный настрой всегда. Но не настолько, ну, но не токсично позитивный, когда ты просто в маске живешь и все время так: все замечательно! Знаете, как мультик какой-нибудь, мультяшка. Ой, Гуша. Ой-ой-ой! Аркаша? Да. Слушай, они еще... Еще закрыт завтрак. Что? Завтрак закрыт? Да. Сейчас перекусить тебе. Ну, я уже подготовила, да, я буду кушать. Завтрак номер два. Almond milk. Almond milk. Спасибо. Ты из Питера, я тоже из Питера. Ну, типа так, они все классно. А что вы здесь? Учитесь, работаете? Просто отдыхаем, как и мы. Да, классно. Небольшой столик этот, конечно. Вон там мост, вот здесь у нас вода. Мы в музее Пера, вроде бы. Вы никак поняли, у нас это музейный день, и мы гуляем по другому району, в части Азии, в Стамбуле, потому что Стамбул делится на Азию и Европу. Мне кажется, кто-то ждет. Пойду-ка я отсюда. Пойдите, покажу будущее. Не трогаем. Да, кто-то ждал. Похоже на Сан-Франциско немного. Ну, не на Сан-Франциско, я имею в виду то, что тут очень много подъемов. И дорог вверх, вниз, вот так вот. Мне нравится.
Мы сейчас будем посещать церковь католическую, церковь Святого Антуана. But the truth always comes out in the silence, it rings loud. Where there's smoke, there's a fire. Now I know what you see when you look at me. Короче, нам не продали билет, она закрывается через полчаса. Потому что я очень хотела сюда попасть. Нас пустили на бесплатную выставку. Я надеюсь, мы завтра вернемся сюда. Посмотрим полностью. Мы пораньше вернулись в наш район, потому что я устала, уже захотела сюда после музея, после того, как не получила зайти. Просто здесь гуляем, будем ужинать. Зажгли фонарики. Круто. Че, счастлив? Я очень счастлив. И я. Стамбул, город кошек, даже есть такой документальный фильм. Да. Мы кушаем внутри сегодня. На улице прохладно довольно-таки. Слушаем джаз. Доброе утро, Стамбул. Я тебя люблю больше жизни. Ты мой самый-самый светлый и любимый котенок на свете. Понимаешь? Такой маленький, такой... вообще. Когда тебе съесть хочется? Или ты его поставить? Попытка номер два сходить в этот музей утро. До 24 бесплатно. Нам дали билеты. Сейчас пойдем смотреть. Взяли американо. Сейчас мы идем в музей, немножко тут постоим.
was yours. There's no one else I'd want to stain my kitchen floor. Завтра уже уезжаем. Сейчас перекусим, потом пойдем искать сувениры, подарки, по базару погуляем какому-нибудь. Еще не решили. Я пытаюсь впитать в себя как можно больше Стамбула, солнца и тепла. Блин, воспоминания — это самый наш большой подарок, который только может быть. Особенно после путешествий или любые воспоминания, которые мы можем потом в старости, не в старости, сидеть и пересматривать. Я где-то слышала такую вещь, что когда у тебя много классных воспоминаний, ну, волшебных, интересных, это то же самое, как жить жизнь дважды, наполнять каждый день. Ну, не каждый день, мы иногда бываем не в духе, и нам нужно ни хрена не делать, но в основном, да, стараться добавить немного волшебной пыльцы в каждый день, вот. Холодно! Со северного города. Baby shark, baby shark, bye bye, Ollie. Woo, yes, bro. Bye. Мы зашли в винтажный магазин, и я мерю рубашки. Ой, затем вот это вот. Наверное, голубую возьму. Это мое, конечно. Аркаш, мне вот это, наверное, больше нравится на мне. Надо ее брать. Короче, накупили мы на 3200 по-русски, в рублях на 3200 мы купили 3 футболки и 2 рубашки. Одну Аркашке, одну мне. Такие вот дела. Люблю винтаж, люблю цены на винтаж. Мы едем обратно к нам в райончик. Проведем, наверное, уже остаток дня там, посмотрим. Мы дома. Переоделась в новые покупки. Рубашка и футболка. Сейчас пойдем по району. Прогуляемся. Прям будто бы мое. Круто, вообще. Вообще офигенно. Ты Спасибо. Мы зашли в еще один винтаж. Может, что-нибудь найдем, посмотрим. Мне нравится. Я вот такую нашла рубашечку. В моем стиле. Возьму ее. Такое еще нашла и такое. 8000. Тут 90 стоит. И моя стоит, да, 150. Я в итоге взяла эту рубашку, но не взяла остальное, что я выбирала. Мы сейчас пойдем уже брать ужин. Я проголодалась. Наш ресторанчик, где мы обычно брали еду все эти дни, вот сегодня у нас последний вечер, разрешил нам на улице посидеть, покушать. Я тебя сейчас покажу, успокойся. Да ладно, может, не покажу. Покажу, вот, смотрите, Аркадий. У нас последнее утро в Стамбуле. Замерзнешь? Нет, не замерзну. Мне хорошо. Они открыты. Мы берем капучинку. Хотела снять. Коротышка. Ну и что? Ну все, я буду паковаться, потом у нас будет завтрак, и нам нужно выйти из этого Airbnb в 11. Все, мы позавтракали, будем скоро выбегать отсюда. Пока балкончик. Все. Пока квартирка. Пока, спасибо. Гуляем по нашему райончику. Нам включили музыку. Зашли в антикварный магазинчик. Я очень хочу чашечку купить на память для эспрессо. Ты из Амели фильма заиграл саундтрек. Ну все, последние минуты в этом районе. Грусть! Та-да-да! Ну это приятная грусть, конечно же. Я прощаюсь с водичкой. Пока, водичка.